делаем то, что любим, и любим то, что делаем. Раскачиваем полные залы своими простыми темами, наплевав на порядки, каноны, моды и стили. Одна болванка, три микрофона, три MC. И нет оранжевого Каена, зато есть сцены. Пару сотен людей, знающих, что ЦАО тема. И п***ы на клипы мы клали на ротации. Важно, чтобы парни с местности смогли качаться на качелях. В этом городе дорог, чтобы отличали, где фейк, где толк, где пара, где смог. Кого продвинули, а кто реально смог, имея в арсенале только амбиции представлять столицу, как это обычно бывает. Что-то где-то, кто-то самый прошаренный скачал из интернета, по-быстрому скинул на флешку телефона. К вечеру у половины людей с района уже стоит на рингтонах. С утра уже на болванках, подозрительных девятках и иномарках. И даже без сетки эти треки попадут к вам по холодным туннелям и трамвайным путям. Я на 7-м этаже, это как 6-й, но на 1 повыше. Иногда залезаю на крышу, и мне не важно, откуда дует ветер, лишь бы он не сдувал всякие мои там. Не знаю, что будет дальше, знаем, чего хотим. Легко ли быть молодым? И даже если захочу, уже не стану другим. Пускаем дым. Легко ли быть молодым? Не знаю, что будет дальше, знаем, чего хотим. Легко ли быть молодым? И даже если захочу, уже не стану другим. Пускаем дым. Легко ли быть молодым? От BMW до девяток и газелей, в прокуренных салонах качают наши качели. И мне не стыдно перед теми, кто в нас верил. На районе гоняя эти треки в плеере, или в CD-деке, или в CD-роме, на повторе включая эти истории, смешивая дым с алкоголем, то есть сталинских построек. Летом и зимой настроя, мы тут движение наводим на студии. С нами качаются нормальные люди, кому с нами по пути через снегопады, мимо темных арок, по центровым бульварам. И нам не надо костюмы Прада, у нас свои расклады. Стираем тапки, а тротуары не путай берега по обе стороны реки. Лови эти стихи и сердце Москвы, чисто от души, тречок проще. На 7 холмах мы разгоняем тучи, очерчиваем почерком границы территории. Московские коты стелят уже в твоем доме. 7 метров. Мы группа Центр. Меня зовут Бум, это Дага и Слим. Не знаю, что будет дальше, знаем, чего хотим. Легко ли быть молодым? И даже если захочу, уже не стану другим. Пускаем дым. Легко ли быть молодым? Не знаю, что будет дальше, знаем, чего хотим. Легко ли быть молодым? И даже если захочу, уже не стану другим. Пускаем дым. Легко ли быть молодым? Легко ли быть молодым? А? Кто мне скажет, если тебя особенно на дню по 5 раз вяжут, шмонают за то, что не так одет, смотрят в глаза, потом по карманам ищут книги и снег. Летом, конечно, все иначе, шорты, очки, тапочки и пивко на сдачу. Вариант, конечно, можно метнуться в серебряный бор, но это лужи заразные и там совсем перебор. Лучше валяться дома на диване, или можно сыграть в бегемотика в хлорированной ванной. Круто писать записки, оставлять посты на форумах. Ооо, как же это здорово, сушить феном голову, кушать радугу, или начитавшись добрых книг, смотреть кино и хавать патуку. Еще приколоться, посмотреть со стороны, как трое из Москвы качают полстраны. И неважно, кем быть, можно душу рвать, можно тихо по течению плыть, заниматься спортом, пускать по кругу дыма, есть такая тема. Круто быть молодым.